Всем привет и добро пожаловать в игру Road to War, World War 2. И сегодня мы поиграем немножечко за американцев. А именно будет у нас операция поддержки вот с таким вот капитанчиком. И вот с такими вот у нас войсками мы имеем... Что мы тут имеем? Джипан, мясорубка, поддержка с воздуха. Тут у нас какая-то пушка, склад снабжения, ракетница, танк и палатка с войсками. Фух, что ж, давайте, я уже хочу приступить. Давайте, бой 2 на 2. Мы будем тупо сейчас застраиваться, делать огромную базу даже на поле сражений. Вот, и будем вот такими вот маленькими шажками постепенно атаковать наших противников и побеждать. Надеюсь, у нас все получится. Что ж, давайте мы приступим. Я поставил склад снабжения, чтобы нам приходили дополнительные очки, бонусы наши. Ставим палатку. Тупо сейчас у нас просто, ребята, будет застройка. Застраиваемся. Что ж, враг очень силен. Я смотрю, они так прям хорошо, ловко нас нападают, ракетница. Если честно, я очень редко играю в таком стиле. Это вообще не мой стиль, если честно. Поддержка. Пехотная поддержка. Давайте. Ах, черт, ракетницу уничтожили. Плохо. Давайте пушечку еще поставим. Джип еще наехал на мину. Так, сейчас будем защищать нашу ракетницу. Ой, ракетницу, извиняюсь, пушечку. Видите, враги знают, куда нужно атаковать. И они кидают десантуру прямо на мою пушечку. Потому что пушечка наша очень хорошо атакует на дальнее расстояние. Еще непонятно, кстати, как... Какой будет итог данного поединка. Так все неоднозначно. Как будто мы равны. Так, пошла воздушная поддержка. О, хорошо, хорошо. Хотя не знаю, что хорошего. Я просто, ребят, на эмоциях. Хорошо, так хорошо. Пускай будет так. Так, пошла дальше ракетница. Давно не ставил склад снабжения, нам надо поставить. Все, ракетница стала, она знает, куда ей надо стрелять, и она будет стрелять. А враг, тем не менее, стреляет по нам. Очень хорошо, кстати, атакует, блин. Но все же хотим победить. Победить, ребята, мы очень сильно хотим. Танк. Палатка с пехотинцами. Ух, ребят, я очень сильно хочу, чтобы мы выиграли. Склад снабжения. Вот Оскар ценит, блин, уже второй раз кидают. Пушку ставлю. Танк хорошо на себя поглощает все удары. Я думаю, ребят, мы, к сожалению, проиграем, потому что... Потому что. Вот Оскар ценит сейчас. Да. Или как-то так. Да, и такое, к сожалению, бывает. Но ничего страшного. Давайте еще раз попробуем. Попытка номер 2. Все же хотелось как-то просто на своей практике. Видел, как ребята очень сильно хорошо застраивались. Что к ним не подъехать, не подойти. Я считаю, что просто нужно всеми войсками пробовать. Всеми капитанами. Другую какую-то стратегию брать на вооружение. Постоянно там играть одним... тем же самым генералом, как-то уже оно приедается, и хочется просто какого-то разнообразия. Так. Ракетницу поставлю. И танк. Пехотную поддержку. Пушку. Не, те, конечно, ребята молодцы. Они нам дали прикурить очень хорошо. Все. Вот видите, как получается. Просто мы бьем на дальнее расстояние. Шо ракетница, шо пушка. Плюс еще склад снабжения. Плюс там еще палатка пехотная. Враги пока...
начнут уничтожать всякую мелочь, там, допустим, как танк вот этот вот с мешками картошки, или я не знаю, что там, мешки песка, плюс еще с палатки выходят пехотинцы. Вот видите, вот типа в таком темпе, да, и победа очень сладкая и очень хорошо достается. В принципе, уровни везде одинаковые были, так что... Этот бой у нас хорошо прошел. Давайте еще третий раз попробуем испытать нашу военную удачу. Мы же заводные ребята с вами. О-хо-хо-хо-хо. Я знаю, что тут может быть. Тем более ребята с одного корпуса. Наверное, у них кооперативчик какой-то. Они между собой договариваются. Давайте пушку поставлю. Ой. Так, ну, пока не очень мы с вами идем, ребята. Нам почти уничтожили правый бункер. Сейчас сделаем акцент на их правый бункер тоже. Его надо подбить хорошенько. Я боюсь, что скоро начнется просто это вот масштабное наступление их. Но, опять же таки, у нас есть две Катюши. Дальние атаки. Главное их сейчас просто хорошо максимально прикрывать. Я поставлю еще пехотную поддержку для них. Я поставлю еще пушку для дальних атак. Вот. Ну, вот, полное наступление началось. Кину... Справа едет танк невидимый, вот она. А, все, еще второе наступление полное начинается. Так, главное сейчас покидать... господи боже мой. Как же тут много всего, ужас, просто капец. Я хотел просто покидать на их сторону, на их территорию каких-то мелких пехотинцев, чтобы они отвлекались. И тем не менее, у нас было время для дальних атак. Кстати, как же тут всего много. Ракетницу сейчас надо вражескую уничтожить. Все, мы уничтожили ее с помощью мясорубки. Ставлю палатку, чтобы они отвлекались. Тигр, к сожалению, взял во внимание наш левый бункер. Его главное уничтожить. Поставить что-то для защиты его. Поставить нахрен сюда пушку, блин. И начать контрнаступление. Кидаем десантуру. И побеждаем нахрен. Меня это не волнует. Только победа меня волнует. И она сейчас наступит. Желаем удачи. Все. Отлично. Вот так вот и надо побеждать.